Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Зараз говоритимемо про аналіз порушень прав людини в окупованому Криму у 2017 році. У нас в гостях сьогодні Рефат Чубаров, народний депутат України і голова Меджлісу кримськотатарського народу, Ескендер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу і голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, та Ельвір Сагірман, менеджер з комунікації Кримськотатарського ресурсного центру. Прошу до слова. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые журналисты. Мы очень благодарны вам за то, что вы нашли время для того, чтобы послушать нашу презентацию и, соответственно, задать нам вопросы. 2017 год прошел. Каким он был для жителей Крыма? Как он повлиял на все процессы? Сколько было жертв? Каким образом с какими нарушениями прав человека мы сталкивались в Крыму в 2017 году? Какие же тенденции, какие же процессы? Об этом мы постараемся вам рассказать, показав работу Меджлиса крымско-татарского народа и крымско-татарского ресурсного центра, когда наши аналитики, наши юристы попытались систематизировать, и с помощью графиков, с помощью цифр вы сможете увидеть всю картину тех событий, которые происходили в 2017 году. И в конце мы, конечно, предоставим выводы для того, чтобы предоставить или продемонстрировать все-таки, какая же разница, какие новые, скажем, преследования, какие новые репрессии происходили в Крыму, и что мы можем ожидать в будущем. Но сейчас я хочу предоставить слово председателю Меджлиса крымско-татарского народа, народному депутату Украины Рефату Чубарову. Кримсько-татарський ресурсний центр, який очолюється членом Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендером Барієвим, який, власне, розпочав нашу презентацію, є однією з помітних правозахисних організацій, які були створені одразу після тимчасової окупації Криму. Для нас є дуже важливим, аби українське суспільство і міжнародні організації своєчасно отримували об'єктивну інформацію щодо ситуації в Автономній Республіці Крим і Севастополі. Їм своєчасно надавалися би різноманітні аналітичні матеріали, які показували би глибину деформації, які відбуваються у анексованому Росією Криму, для того, щоб наші партнери відчували себе обізнаними і впевненими тоді, коли вони приймають ті чи інші рішення, що наприкінці мають змусити Росію повернутися межі міжнародного права, які мають привести до безсумнівного покарання правителів Російської Федерації, які, власне, розпочали війну проти всього цивілізаційного світу, напавши на Україну і тимчасово захопивши Крим. Я хочу, щоб та аналітика, яка зараз буде продемонстрована, вона ще якимсь чином надавала би певні роздуми для українського суспільства, для громадян, які демонструють, які проявляють активну громадянську позицію для того, щоб, власне, їх привести до такої думки, яку ми поділяємо, що ті нещастя, які панують зараз на Кримській землі, на неконтрольованих районах Донецької, Луганської областей, вони вимагають мобілізації українського суспільства, вони вимагають конкретних і системних дій української влади, і вони менш всього
ці катастрофи, які щоденно відбуваються або в Криму, або в окремих районах Донецької, Луганської областей, ці катастрофи, вони менш цього надихають деяких, мали б надихати деяких наших громадян на внутріполітичні такі свари і протиріччя. Ми хочемо, щоб на прикладі от тієї боротьби, яку здійснює кримськотатарський народ, всі громадяни України, що живуть постійно в тимчасово окупованому Криму, які не покорилися окупантам, які зберігають гідність свою, щоб вони були прикладом для українського політикуму. І тепер я прошу дійсно продовжити цю презентацію. Спасибо, Ариф Атаган. Итак, вы видите на экранах саму презентацию, анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за 2017 год. Сам анализ он состоит из нескольких частей. Это в первую очередь один раздел, основной раздел, который разделен на ряд подразделов. Это право на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность. Следующий раздел крупный – это нарушение основных свобод. И далее идут выводы. Каждый, как я уже сказал, из этих разделов разделены на подразделы. И данный принцип построен по тому, как обычно формируются отчеты или дифференцируются по, скажем, по принципу, как используют правозащитные организации, как используют Организация Объединенных Наций. Итак, я уже перехожу непосредственно к самому разделу и к самому подразделу. Первый подраздел – это жертвы. Мы в прошлом году, когда проводили, строили такие графики, мы пытались выстроить какую-то связь между активностью людей в Крыму, между какими-то датами, которые могут привести к активности. И, соответственно, для того, чтобы увидеть, когда динамика растет, когда она падает. Но вы по завершению увидите, мы будем говорить в выводах, что в отличие от прошлого года, в этом году мы видим большую системность, даже не связанную с какими-либо датами, важными как для крымско-татарского народа, так и для, скажем, украинцев. Итак, по жертвам. По нашим подсчетам и по нашим данным получается, что в 2017 году мы получили две жертвы. Это Виталий Арсенюк, это 67-летний житель Джанкоя. Он являлся иеговистом, он занимался раньше миссионерской деятельностью как представитель запрещенной в Российской Федерации организации свидетелей Иеговы. Почему мы его отнесли к жертвам? Потому что он находился в СИЗО, и после очередного заседания суда ему стало плохо с сердцем, и он скончался. Поэтому мы все-таки считаем, что данный человек, он преследовался, на него оказывалось, скажем, психическое давление, давление физическое, потому что у него было ограничение в свободе его действий, нарушено право на его свободу и безопасность. Вторая жертва, о которой неоднократно говорил в средствах массовой информации, мы считаем, что ветеран национального движения, ну, символ борьбы, я бы сказал, крымско-татарского народа, Виджея Кашка, которая во время так называемой операции по задержанию, на нее при данной операции были оказаны физические воздействия, и она практически скончалась на месте. Поэтому мы считаем, что данный человек, он стал жертвой, и мы считаем, что данный ветеран национального движения был убит правоохранителями, так называемыми правоохранителями, или правильнее будет силовиками оккупационной власти. Ну и мы пока ставим под вопрос, но мы изучаем обстоятельства всех этих дел. В 2017 году изначально пропали без вести два крымских татарина. Это Мудасир Исаев 26 марта. И это не в Белогорском районе, недалеко от села Алексеевка. Впоследствии, через некоторое время, был найден его труп. И Энвер Авуш
Он был найден в лесопосадке недалеко от села Коренное Красногвардейского района. Дело в том, что они, эти два человека, первоначально пропали без вести, и потом были найдены трупы. Какие были обстоятельства, мы пока не можем говорить. Поэтому мы условно относим этих двух людей к жертвам. При всем том, продолжаем выяснять обстоятельства, и я думаю, показателями в том числе будут, насколько расследуют данные дела, насколько, я имею в виду оккупационной властью, насколько найдены или не найдены преступники, насколько обоснованы те обстоятельства, при которых они умерли или скончались. Мы не знаем. Поэтому мы считаем, что мы вправе говорить о данных людях, но при всем том мы со своей стороны, конечно, продолжаем собирать обстоятельства, эти обстоятельства, обстоятельства их смерти. Ну и кроме того, если увидите эти процессы, то опять же пропали без вести именно представители коренного крымско-татарского народа. Следующее в этом разделе – это незаконные действия оккупационной власти, это задержание. Следующий график, и вы увидите, как помесячно, сколько людей задерживались, именно в каком количестве. И данные системные, если смотреть по этому графику, то в принципе данные задержания, они были систематическими. Единственная была активность, это в апреле, в преддверии 18 мая, и в октябре, когда, в октябре месяце, когда были одиночные пикеты. И это говорит о том, что есть какая-то, кое-какая связь и с датами, потому что они пытаются предупредить какие-либо активные действия со стороны наших соотечественников. И с другой стороны, мы видим процесс, когда люди пытаются проводить свободно собрания или какие-то акции, то, соответственно, в отношении них применяется сила. Следующие допросы, следующий слайд. Мы также видим, что понятно, что предыдущий слайд и этот слайд чем-то схожи, потому что те люди, которые задерживались, они в том числе их вывозили на допросы. Ну и кроме того, мы собирали информацию, кого приглашали, то есть родственников, близких или коллег, тех людей, которые сегодня являются политически преследуемыми или политически заключенными. И, соответственно, вы видите, что практически ФСБ выстраивает такую четкую системную работу по так называемому по запугиванию коренного населения и граждан, проживающих на оккупированной территории. Пожалуйста, Эльвир, продолжай. Так, следующее у нас незаконное действие оккупационной власти – это обыски. Тут стоит отметить, что после оккупации обыски приобрели системный характер, о чем свидетельствует наш график. И, как правило, силовики врываются в дома рано утром, ведут себя грубо, некорректно. Были зафиксированы случаи, когда силовики ломали двери, окна, надевали незаконно наручники на невиновных людей. И подобные действия силовиков являются грубым нарушением. Тут стоит отметить, что массовые обыски прошли в октябре-ноябре, когда силовики задержали 10 представителей коренного крымско-татарского народа и обвинили их в причастности к деятельности Хизб-ут-Тахрир и Таблиги-Джамат, запрещенных Российской Федерацией организаций. Тогда же массово прошли обыски в домах крымско-татарских активистов и стримеров, как правило, активистов крымской солидарности, которые непосредственно освещали все те репрессивные действия силовиков до этого. Также в течение года зафиксированы рейды по домам крымских татар. В данном случае один рейд считался за один случай, так как неизвестно точное количество домов, которые навещали силовики. Далее у нас к незаконным действиям – это аресты. Тут стоит отметить, что под арестами мы имеем в виду именно заключение под стражу. В 2017 году оккупационные власти полуострова продолжили арестовывать украинских и крымско-татарских активистов и открывать политически мотивированные дела. Тут стоит отметить, что под волну арестов попали свидетели обысков, стримеры, по которым открывали административные дела и заключали их под стражу. В 2016 году появилось еще 16 политзаключенных, из них 15 являются крымскими татарами. По ним открыты уголовные дела, и о политзаключенных мы скажем в выводах.
Наиболее такой динамичный график – это право на справедливый суд и надлежащую правовую помощь. Тут стоит отметить, что на сегодняшний день в Крыму судебная система она практически не работает, она является необъективной. И данный график демонстрирует, что в Крыму целенаправленно проводится работа по насильному удержанию крымско-татарских и украинских активистов под стражей. На судебных заседаниях систематически незаконно продлевают сроки содержания под стражей, отклоняют апелляционные жалобы, не пускают родственников и знакомых на судебные заседания. Также были случаи, когда препятствовали адвокатской деятельности. Далее у нас нарушение права на свободу мирных собраний. В 2017 году оккупационные власти традиционно отказали в проведении мероприятия ко дню рождения украинского писателя Тараса Шевченко. Активисты ежегодно подают заявления и каждый год по разными надуманными предлогами им отказывают. Также было отказано в проведении мероприятий, приуроченных к годовщине депортации крымско-татарского народа. И тут стоит отметить, что накануне 18 мая крымско-татарским активистам стали получать повестки, чтобы они не проводили подобных мероприятий. Как я уже отметил, под разными надуманными предлогами силовики срывают памятные мероприятия коренного народа. И тут, как пример, 20 августа российские силовики в селе Ах-Хая, это Белая скала Белогорского района, они оцепили базу отдыха «Ковбой» и не пускали туда собравшихся крымских татар, где было запланировано мероприятие, посвященное событиям в Москве летом 1987 года. Мы видим, что в октябре у нас наблюдается рост нарушений прав на свободу мирных собраний. В данном случае мы зафиксировали 35 случаев. Тут это связано с тем, что крымские татары массово вышли на одиночные пикеты против репрессий. И силовики активно задерживали этих людей. И в тот день было известно о 35 случаях задержания. Однако по факту количество тех, в отношении кого было нарушено данное право, намного больше. И также зафиксированы случаи, когда силовики срывали футбольные матчи, принимая их якобы за несанкционированный митинг. И кроме этого, после этого организаторов даже пытались судить. Об этом тоже будет позже. Так, нарушение права на свободу передвижения. Когда мы составляли этот график, мы имели в виду, что данное нарушение заключается в незаконном задерживании людей, это свидетелей обысков, в оцеплении улиц, кварталов и сел российскими силовиками, которые якобы проводят различные учения и тем самым не дают людям передвигаться даже по собственным селам, кварталам и так далее. Также данное нарушение заключается в принудительных подписках о невыезде из Крыма и домашних арестах. Например, данное право было нарушено в отношении фигурантов дела 26 февраля Мустафы Дегерменджи и Али Асанова. Как мы видим, суд каждый раз продлевает им сроки содержания под стражей, под домашним арестом. Также данное право было нарушено в отношении украинских активистов Владимира Балуха, Николая Семины, Ларисы Китайской и других. Но здесь тут уже Эльвир рассказывает о втором разделе «Нарушение основных свобод», как вы заметили уже, да? И следующий это незаконное этапирование политических заключенных. В 2017 году незаконному этапированию подверглись фигуранты ялтинского дела Хизбут-Тахрир. По территории Российской Федерации неоднократно этапировали фигурантов дела Хизбут-Тахрир, крымского дела, которых перевезли в Российскую Федерацию еще в 2016 году. То есть в данном случае сам факт этапирования по территории Российской Федерации говорит о том, что это очередное нарушение прав человека. И эти действия не позволительны согласно международному праву. Далее право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Здесь однозначно, когда мы проводили этот анализ, мы не могли охватить всех и не могли собрать все случаи. Но мы в первую очередь ориентировались на тех основных фигурантов, которые являются либо политически преследуемыми, либо политическими заключенными. Поэтому, как вы видите, здесь вот право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья нарушается именно в первую очередь в отношении политических заключенных, которые находятся под стражей, и не оказывается надлежащая медицинская помощь. В частности, ряду фигурантов дела Хизбут-Тахрир, дела украинских диверсантов, дела Виджие Кашка.
Также данное право неоднократно нарушалось в отношении Владимира Балуха, Ильми Умерова и тех политических заключенных, которых принудительно помещали в больницу для прохождения психиатрической экспертизы. Кстати, даже уже и в этом году продолжают опять же проводить экспертизу, и на сегодняшний день опять же наши соотечественники находятся в психиатрической больнице на так называемой экспертизе. А интересно, стоит добавить вот касательно права на наивысший достижимый уровень физического здоровья, то, что сегодня сотрудники СИЗО не оказывают надлежащей медицинской помощи фигурантам дела Виджия Кашка. И тут стоит отметить, что сегодня серьезные проблемы у Бекира Дегерменджи, у Асана Чапуха, и на сегодняшний день не оказывается надлежащая медицинская помощь, несмотря на то, что адвокаты подают ходатайства, были неоднократные заявления на начальнику СИЗО, есть специальные справки, что, допустим, Бекир Дегерменджи по состоянию здоровья не может находиться в СИЗО, ему это противопоказано. Однако, несмотря на все эти факторы, да, они все равно продолжают незаконно удерживаться под стражей. Следующие штрафы. За 2017 год были оштрафованы наши соотечественники на сумму более чем на 5 миллионов рублей. Было оштрафовано 104 человека, 99 из которых представители коренного крымско-татарского народа. Самый высокий штраф, самый большой штраф, это 300 тысяч рублей, на сумму 300 тысяч рублей за пост за комментарий в социальных сетях. Следующий, это фигурант дела украинских диверсантов Дмитрий Штыбликов, он был оштрафован на 200 тысяч рублей. В большинстве своем штрафы в размерах от 5 до 30 тысяч рублей, где массово были люди оштрафованы. Тут стоит отметить, что максимальный штраф был 3,5 миллиона рублей. Тут небольшая поправочка. Фигуранту дела украинских диверсантов Ридвану Сулейманову, который, кстати, сейчас незаконно удерживается под стражей. Так, и продолжая нашу презентацию. В нарушение — это призыв на военную службу, незаконные военные учения и пропаганда военной службы. Об этом неоднократно говорилось в принятых резолюциях ООН. Тут стоит отметить, что в оккупированном Крыму регулярно проходят военные учения и пропаганда военной службы в вооруженных силах Российской Федерации. В подобных случаях за 2017 год было зафиксировано около 15, хотя по факту их намного больше, это известные именно случаи. И кроме того, Российская Федерация, как нам известно, проводит незаконный призыв жителей Крыма в армию, и количество призывников с каждым годом увеличивается. Только за 2017 год было призвано около 5000 крымчан на военную службу. И тут это невозможно отследить, потому что этими данными владеют только правоохранительные, так называемые правоохранительные органы Крыма. Тут мы не... Да, тут система военкома, и эти данные нам недоступны. И тут стоит отметить, что ряд призывников, вот, начиная с 2017 года, стали отправлять служить на территорию материковой России. В 2017 году таких было 670 человек. И данные действия оккупационной власти являются нарушением статьи 51 Женевской конвенции. Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Я единственное могу добавить вот в этом разделе, то что на самом деле мы можем промониторить данные, исходя или опираясь на данные оккупационной власти, в частности комиссариатов, которые дают информацию, потому что у нас нет таких возможностей отследить именно по фамилиям, хотя бы по именам и так далее, потому что это непростой процесс. Но при всем том, конечно, наша задача — информировать людей, что служить в оккупационных войсках, конечно, нежелательно, нужно искать пути решения этого вопроса. И поэтому здесь различные пути есть, и нам известно, что уже есть и открытый ряд уголовных дел за отказ, ряд людей, молодых ребят выезжают на материковую Украину для того, чтобы не служить в оккупационных войсках. Так, далее. И тут мы выделили отдельно другие нарушения прав человека. Тут стоит отметить, что на полуострове регулярно нарушаются права журналистов. Были зафиксированы случаи, когда их задерживали, их не пускали на судебные заседания, не разрешали вести фото-видеосъемку. И кроме того, в Крыму заблокирован ряд украинских СМИ, что нарушает право жителей полуострова на доступ к средствам массовой информации.
В течение года зафиксированы случаи вандализма на крымско-татарских кладбищах, в мечетях. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с ханским дворцом Бахчисарая, который оккупанты под видом якобы реставрации уничтожают культурное наследие крымских татар. И также зафиксированы ряд случаев нарушения права на вероисповедание. Допустим, политзаключенным не дают в СИЗО читать Коран, это мы сюда относим. И также в течение года также неоднократно нарушали земельные и имущественные права. Итак, выводы. Выводы, я попрошу, вот мы сделали такие графики, как раз таки за весь период на сегодняшний день являются политическими заключенными 61 человек и преследуемыми, то есть те, у которых есть ограничения свободы, то есть те, которые находятся в СИЗО, либо уже этапированы, либо находятся под домашним арестом. Из них 38 крымских татар, представители коренного народа. Следующий слайд, пожалуйста. В следующем слайде вы можете увидеть, это то, о чем мы говорили в 2017 году, то есть новых политических заключенных 16, из них 15 крымских татар. 4 человека арестовали по подозрению к причастности к деятельности международной религиозной организации Таблиги Джамаат, то есть это появилось в 2017 году, до этого не было. 6 человек арестовали по подозрению в причастности к деятельности Хизбут Тахрир, то есть продолжается дело по так называемому делу Хизбут Тахрир. 4 человека, активисты крымско-татарского национального движения, арестованы по делу Виджея Кашка. Вот здесь мы увидели новые тенденции, новые процессы, когда оккупационная власть пытается показать явную уголовщину в среде крымско-татарского народа, причем среди активистов крымско-татарского народа, якобы за вымогательство. И один человек арестован по делу украинских диверсантов. Но украинские диверсанты у нас были и в предыдущие годы. Еще одного человека приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы в колонии поселения за посты в социальных сетях. Пропавшие без вести за весь период оккупации Крыма. У нас получается общее количество погибших людей за период оккупации погибло, как я уже говорил, всего, если прибавить, уже 16. Плюс 2, по которым мы выясняем обстоятельства, потому что мы не можем сейчас однозначно говорить. Но из этого общего числа представителей коренного народа 13 человек. Общее количество жертв в 2017 году. Это 4 жертвы, мы их называли. Из них крымских татар 3 человека. Угу. Общее количество пропавших без вести людей за период оккупации. Пропавшие без вести 16 человек на сегодняшний день, из них 12 крымских татар. Общее количество задержаний, именно в 2017 году в данном случае мы говорим, 286 задержаний было только в 2017 году. Из них крымских татар 248. Были приглашены на допрос в общей сложности за 2017 год 340 человек. Из них 286 представителей коренного крымско-татарского народа. Обыски проводились, было в 2017 году проведено 62 обыска. Из них 61 обыск у представителей коренного крымско-татарского народа. Мы видим, да, какие тенденции, мы видим, какую связь. Далее, аресты. Было проведено 46 арестов в 2017 году, из них было арестовано 42 представителя коренного крымско-татарского народа. И тут вот стоит отметить, что аресты — это как административные аресты, так и уголовные. Было, я уже говорил, было оштрафовано 104 человека, из них 99 крымских татар. Право на справедливый суд и надлежащую правовую помощь. 515 было судебных заседаний, да, Эльвир? Это судебное заседание. Это не судебное заседание, это именно случаев нарушения, там, условно, отклонили апелляцию, продлили срок содержания. То есть, когда проходит одно судебное заседание, нарушений может быть и 5, и 6, то есть, условно, отклоненные ходатайства, продление срока содержания под стражей, не пустили адвоката, вот такие примеры. Так, и продолжаю, тут право на свободу мирных собраний в 2017 году было нарушено 80 раз, право на свободное передвижение 33 раза,
зафиксирован 21 случай незаконного этапирования политзаключенных. Это как на территории Российской Федерации, тех политзаключенных, которых ранее этапировали, так и с территории Крыма на территорию России. И последнее, это право на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья был нарушен 38 раз за 2017 год. Вы можете познакомиться с данными, материалами на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. Для того, чтобы проанализировать, сделать замечания, мы будем очень рады, если будут ваши какие-либо предложения. Но здесь, опять же, исходя из этого анализа, мы не претендуем на то, что он стопроцентный, что он смог собрать материалы именно по всем случаям. Возможно, какая-то информация до нас не дошла, какую-то мы не смогли проследить. И поэтому, пользуясь случаем, мы в том числе обращаемся к нашим соотечественникам в оккупированном Крыму. Если с кем-то происходили какие-то правонарушения или нарушения прав человека на оккупированной территории, будьте добры, сообщайте нам, потому что порой некоторые случаи мы узнаем через год, через два, потому что люди запуганы, люди боятся говорить, люди думают, что если они сообщат нам, то, соответственно, по отношению к ним будут более жесткие меры физического и психологического воздействия. Ну и еще хотел бы сказать о тенденциях. Именно пока статьи, по которым судят в основном наших соотечественников в Крыму. Это статья 20.3, часть 1, пропаганда атрибутики или символики экстремистских организаций. Часть первая, статья 282 Российского уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды». Появилось новое дело по так называемому вымогательству. Мы назвали, многие правозащитники прозвали это дело «Дело Виджея Кашки», все-таки символа борьбы крымско-татарского народа. И часть вторая, статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное группой лиц». И, соответственно, предъявляют обвинения в пропаганде экстремизма, распространении сведений, разжигающих межнациональную рознь и межрелигиозную ненависть. Ну и я бы хотел обратить внимание на то, что все-таки мы видим, что оккупационная власть продолжает оказывать давление на наших соотечественников, проводит репрессивные действия. И исходя из тех материалов, которые есть, можно сделать выводы, что оккупационная машина не успокаивается, а продолжает, скажем, проводить репрессивные действия в отношении коренного крымско-татарского народа и украинцев. Сейчас я хочу предоставить слово Рифат ага Чубарову. Я буквально декілька реченнями хочу завершити, бо було дуже багато матеріалу і є дуже багато можливостей вам з'ясувати з демонстрованого. Хочу сказати, що сьогодні в Брюсселі група наших колег на чолі з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джамілєвим проводить низку таких заходів, де також висвітлюється ситуація в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. І на цих зустрічах виказується абсолютно чітка позиція Меджлісу кримсько-татарського народу, яка полягає в тому, що жодних діалогів з Путіним, іншими російськими політиками до того, як Росія не розпочне виконувати ті вимоги, які містяться в багатьох резолюціях, інших документах міжнародних організацій, починаючи з резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і завершуючи, власне, резолюціями Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ тощо. Там сьогодні в Брюсселі працює Мустафа Джемілєв, Ахтем Чийгоз, Ільмі Умеров, і Таміла Ташева, одна з керівників Кримсос, є декілька наших співвітчизників з Криму. І це до того, що те, що ми зараз намагаємося знову достучатися до всіх, це дуже актуалізовано на фоні кремлівської доповіді, яка вчора була розміщена на всіх засобах масової інформації. Це доповідь, ви знаєте, Міністерства фінансів Сполучених Штатів. І от ті очікування, які зараз у нас всіх є щодо поглиблення санкцій,
вони не можуть не відоправдатися устремліннями деяких європейських політиків, які навпаки виходять з того, що, мовляв, для того, щоб заохотити Путіна сісти за стіл переговорів, треба зробити на зустріч йому якісь компромісні кроки. Наша позиція полягає в тому, що ми говоримо про те, що будь-які компроміси з Путіним до того, як Росія покине, і поки не звільнить окуповані українські території, це є заохочування агресора на подальше вбивство, репресії і гоніння. Отже, там сьогодні наші товариші, і ми тут намагаємося сказати про те, що заохочування або майже заклики до міжнародної спільноти, аби сісти за стіл переговорів з Путіним до того, як Росія не покине українські території, це є Путіну надання на подальшу агресію і не лише проти України. Я хотів би цим завершити і подякувати і керівника Кримськотатарського ресурсного центру Ескендера Барієва, члена Міжліса і співробітника цього центру Ельвіра Сігірмана за ту дуже чудову презентацію, яку вони зробили. Дякую. Дуже дякуємо вам. Маємо час на декілька запитань, якщо є. Представляйтесь, будь ласка. Саляму алейкум. Сіріков Сергій Володимирович, кореспондент газети «Культура і життя», друг Андрія Щікуна, учасник Революції Гідності і доброволець, і учасник боротьби проти окупації Криму, був разом з Олегом Сенцовим, молодого чоловіка, мені зустрічалися під час певних подій на Арабатській. Пам'ятаєте, так? Де зустрічалися? На Арабатській стрілці ми з вами зустрічалися. Ні, ви, мабуть, мене з ким-то плутаєте, ми там можливо, могли зустрічатися. Можливо, вбачаюсь. Значить, я був присутній на знаковому Курултаї 20 березня 2014 року в Бахчисараї. Особисто знав Віджея Кашку, Задія Салієву і інших активних бойових хлопців кримсько-татарського народу. Я їх підтримую, продовжуємо зв'язки. І я хотів би наголосити, що мирного шляху, шляхом мирних демонстрацій, не буде для звільнення Криму. Тобто все ж таки треба підтримати тих хлопців, які були готові стати до бою з самого початку. Це так звані десятки, які були розподілені. От. І це буде один із виходів з тої кризової ситуації, коли Росія дійсно мобілізує кримських татар. Кримських татар, я вибачаюсь, кримських татар на російську армію, яка, можливо, ніхто не застрахований, буде задіяна в боях проти України. Тобто вони можуть автоматично стати злочинцями. Тому я думаю, що треба підтримати цих хлопців. Вони продовжують діяти. Це перше. І друге, хотів би, щоб ви, я звертався через Ольгу Богомолець до Мустафи Ага, щоб вшанувати пам'ять національної героїні Віджея Кашки. Я для цього все зробив. Є пам'ятна стела моя, яку ми поставимо на Арабатки біля села Стрілкового на форпості, на лінії розмежування. Там вже стоять пам'ятники десантникам моїм друзям, які зупинили російський десант, я був в їх числі. От. Що? Ні, не запитання, я просто прошу підтримки. Дякуємо за коментар. Можливо, Я буквально одну репліку. Я дуже дякую вам за ваше висловлення. Тут є низка тем, які мають і можуть і
треба, щоб вони були окремими темами якихось інших круглих столів. Я думаю, що там ми могли би продовжити ці теми. Я єдине лише скажу, що звільнення Криму – це комплекс багатьох мір і факторів, і дипломатичний, і політичний, і економічний. І зрозуміло, що має бути фактор військовий, але все це має бути виключно в об'єднанні цих всіх факторів. І більше я не хочу коментувати, але думаю, що ми знайдемо можливість продовжити це. Колеги, в кого є запитання з приводу звіту? Будь ласка, представляйтесь. Добрий день, турецький журналіст Денис Берктай. Я хотів би господину Чубарову задати один вопрос. Я хочу уточнити один нюанс. Ви сказали, що поки Росія не уйде з Криму, ніяких переговорів з Кремлем не може бути, наскільки я зрозумів. Ситуації кримських татар ніяких переговорів не може бути, якщо я правильно зрозумів. Ну тогда, например, Турция ведет переговоры иногда с Россией для улучшения ситуации крымских татар в Крыму. Вы это как комментируете? Это первый вопрос. И второй вопрос. Да, в Крыму мы знаем, что есть много нарушений с 2014 года. А с другой стороны, какая ситуация на материковой части Украины? То есть украинцы, то есть, потому что с одной стороны говорят, что украинцы и крымские татары – это один народ, то есть одна нация, а на практике как она бывает? Я заранее благодарю. Я начну с ответа на второй вопрос. Украинцы и крымские татары – одна нация, это абсолютно правильно, политически одна нация. Мы живем в одном государстве, и мы делаем все для того, чтобы наше государство укреплялось, было абсолютно независимым государством и было абсолютно равным членом объединенной европейской семьи свободных народов. И в этом плане мы себя ощущаем единой украинской политической нацией. Это ответ на ваш вопрос. На первый вопрос вы меня не совсем точно поняли, или я, возможно, не совсем удачно высказался. Я на эту тему ранее много говорил, и, может быть, я как бы не стал здесь полно еще раз отвечать на эти сюжеты, связанные с приглашением Путина за стол переговоров в форме предварительного снятия существующих санкций. Но если вы знаете, допустим, господин министр иностранных дел Германии, господин Габриэль заявил о том, что необходимо пойти навстречу России, сняв ряд санкций для того, чтобы стимулировать его на выполнение Минских соглашений. Там были еще другие рассуждения. Или господин новоизбранный президент парламентской ассамблеи Совета Европы, я пока еще не привык называть его фамилию, представитель Италии, если я не ошибаюсь, он тоже, в общем-то, вот на последних мероприятиях Паре заявлял о том, что нам, ну, я уже не буду говорить про генерального секретаря Совета Европы, господина Ягланда, которые говорили о том, что, исходя из множества обстоятельств, России необходимо восстановить полномочия ее национальной делегации в составе парламентской ассамблеи. И, соответственно, я повторяю, в то время, когда Россия не выполнила ни одного требования, заключающихся в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Ни одного. Когда Россия не выполнила ни одного требования, призыва или просьбы Европейского парламента. Ни одного. Когда Россия не выполнила ни одну из резолюций парламентской ассамблеи Совета Европы, более того, не выполнила ни одно из требований, которые в них заключаются. Когда Россия не выполнила ни одну из резолюций Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Когда Россия ничего не выполнила, из-за чего были предприняты или санкции, или ограничения полномочий ее делегации
в работе тех или иных международных организаций, в этой ситуации снимать существующие санкции или часть этих санкций, или не доводить ситуацию до того, чтобы Россия начала их выполнять, и при этом Россию восстанавливать в ее правах, в частности, в Совете Европы, я считаю, это индульгенция на убийство крымских татар и украинцев. Это правда. Колеги, маємо час на останнє запитання, якщо є. Представляйтесь, будь ласка. Варвара Плитус, журналіст редакції «Окрим». Скажіть, а йдуть якісь переговори на рівні государств Росії і України об обміні заложниками, в тому числі і кримськими татарами, над якими зараз йдуть судові справи, по яким вже є рішення? Разумеется, в тех или иных формах, я вот продолжаю также на предыдущий вопрос, конечно, в любой ситуации, даже момент, даже самый такой яростного военного противостояния, переговоры могут быть, и если это ради безопасности людей, они должны совершаться. Я не знаю всех деталей и все существующие формы переговоров между, скажем так, между Украиной и Россией или с участием украинских политиков или должностных лиц, но, по крайней мере, я могу говорить из той информации, которой я обладаю, такие переговоры идут постоянно в рамках Минской платформы, и вот те наши коллеги, и включая Ирину Геращенко, которые участвуют в этих переговорах, там всегда присутствует обсуждение как военных пленных, так и граждан Украины, которые в силу специальных репрессий Российской Федерации на оккупированных территориях находятся в заключении. Такие переговоры постоянно идут. Мы со своей стороны, как Меджлис Крымского татарского народа, такие переговоры ведем с очень многими международными организациями и лидерами отдельных государств. Мы такие переговоры ведем. Я, по крайней мере, такие переговоры вел и веду в Министерстве иностранных дел Франции. Мы на эти темы при всех встречах говорим с полномочными послами тех стран, которые аккредитованы государствами, которые могут повлиять на российское руководство. Разумеется, мы такие переговоры ведем и с руководством Турецкой Республики. Дуже дякуємо за представлений вами звіт, і на цьому ми будемо завершувати. Дякую.